Привет тебе, мой дорогой друг. И в одном из прошлых видео я показывал вам, как вот заливать вот такие вот болтики-барашки из ненужного пластика, из бутылок и тому подобных вещей. Есть еще более один простой и хитрый способ, ребята написали в комментариях, и сейчас я вас с ним познакомлю. Естественно, болтики разные, которые нам нужны в итоге, и крышки из-под бутылок, из-под полуторалитровой бутылки, из-под канистры от омывайки я взял. Соответственно, это у нас сюда. Это у нас сюда. И самое простое решение, которое ребята мне продиктовали в комментариях, оказалось, нам нужен обыкновенный клеевый пистолет, как оказывается, представляете? А я и не знал. И берем и заливаем. Казалось бы, да, решение всегда на поверхности. Главное ровно оцентровать, дадим немного подстынуть. И также поступаем с этим болтиком. Клей подсох, и вот что у нас получается. Ну, вот такие вот барашки. У нас выходят. Я думаю, что такие вещи можно употребить много где, в станках и тому подобное. Самое главное, что это еще один из способов, как сделать барашки. И самое главное, без воняющей пластмассы. Потому что тот способ был достаточно вонючий. На самом деле, как бы, очень удобно. Особенно вот это прям крупное, очень удобное. Классно. Вы можете написать в комментариях также еще, какие есть способы изготовления. Будет интересно почитать. Спасибо большое. Напишите ваши комментарии, как и сказал. Может быть, есть еще какие-то способы. А также не забывайте ставить лайк, ну или дизлайк, как вам надо. Пока.